деньги куда деньги? Как Алиса ест суп? Сама. Молодец. Алиса сама ест суп. Да. Алиса взрослая уже? Да. Класс. Ты к садику готова? Нет. Не готова к садику? Mm-mm. Не пойдешь в садик? Mm-mm. Почему? Когда-нибудь мы же дождемся очереди в садик. Когда-нибудь, да? В феврале нам будет 3 года. Уж, наверное, в 3 года-то. Как это ты не будешь? Суп. Не, ну здрасте. Чай сейчас хочешь? Да. Ну, что, суп и чай? Ну, что суп поесть? Ну, не, вот тут пьет. Так ложку-то убери. Ой, пить захотела после прогулки, да? Ну, я тобой ни на куда еду не идем. Пьет. Угу. Ой, фотомодель ты моя, господи. Позируй. А я тебе не вот, а куда тебе? Не вот крестик. Да, а? У тебя есть крестик, да? А у тебя нет. Ты крещеная. Да. Да. Ты креститься умеешь? Да. Как? 3 пальчиками. Во имя Отца, да, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Ты же русская? Да. Русская, молодец. Я пья. Да. Угу. А может супа? Ну нет. А я пью только. Угу. Угу. Ой, я тут ложка с супом еще прилетела. Ну, дочь, ну давай. Ой, не капли. Сейчас сами мукбанки будем смотреть, кто как ест. Да? Да. Чего опять? У тебя аппетита нету, что ли? Вроде погуляла. М? Дочь. Хитруля. Дочь не ела суп, не хотела. А брат ест суп, да, брат? Mm-hmm. Брат молодец, не то что доча. Да, доча? Да. А доча колбасу только ест? Да. Угу. Только я ам-ам. Только я ам-ам. Посмотри, у тебя штаны спустились. Это как это у тебя так произошло? Давай.